Хочу обратиться в ЖКХ акимата города Кустаная с вопросом. Наша газета в 2018 году посылала вам письменный запрос о том, что на вокзальной 29 будет асфальт до конца 2018 года. Сейчас уже скоро 20-й. Господин Нуралин, заместитель Алексея Тарасова, подписал этот запрос. Где же асфальт на вокзальной 29? Вот чтобы попасть людям, даже пожилым, в подъезд, нереально здесь пройти, им надо здесь скакать, как черепашка-ниндзя. Где же программа улучшения дворов? Вот, пожалуйста, дети здесь ходят в школу, да? Здесь машины с трудом едут, не то что в школу ходить. Уважаемый Алексей Тарасов, где же асфальт? Скоро 20-й год. Пожалуйста, исполните свои обязательства.